Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, продолжаем играть в игру Darkwood. Давайте у торговца, наверное, мы с вами что-нибудь купим. И это будет, да-да-да, именно горючее. Так, ну что, 106 очков он требует. В принципе, нас это устраивает. Замечательно. И, наверное, можно отправляться в путь. Но для начала выключим, конечно же, генератор, чтобы он в холостую не молотил здесь. Так, две горючки мы взяли. Замечательно. Так, куда же нам сходить-то? Я пока, честно говоря, ума не приложу. Ну-ка, давайте-ка посмотрим задание. Дневник. В деревне в юго-восточной части окраины глухого леса. Юго-восточная часть. Так, ну что же, наверное, надо куда-то нам идти. Где у нас тут юго-восток? Ну, вверху будет северо-запад. Так, черт подери. Интересно. Ну, я могу предложить только один вариант. Идти по окраине. И, возможно, мы найдем с вами эту деревню, или как там, бабка-курятница, которая нам нужна. Оу, нет, только не псина. Черт бы ее побрал, а. Так, давай, я ни хрена не вижу. Еще освещение такое дерьмовое. Так, попал, по-моему. Да, ё-моё. Да успокойся ты, псина. Когда же ты сдохнешь, блин, самому бы копыта не откинуть, отлично. Все-таки мы ее победили. Странное мясо, но и с жизнями у нас хреновенько. Давайте-ка, наверное, перебинтуемся. Фонарик, стоимость 140. Угу. Так, погодите секунду. Давайте подлечимся. Замечательно. Слушайте, и, наверное, мы сразу же съедим это мясо, потому что пока мы будем бродить, оно может испортиться. А так заодно получим эссенцию. Не знаю, правда, сколько он нам даст. Вообще мало. Ну ладно. Тем не менее, у нас одна ячейка освободилась. Это уже хорошо. Верстачок. Так, доски давайте вот так сделаем и выложим. Зачем нам с ними, как говорится, бродить? Фонарик сейчас кончится уже скоро. Блин, у меня блестящий камень был. Надо было его продать. Черт подери. Так, бутылочки объединили. Выхлопная труба. Я, кстати, так и не понимаю, зачем это все нужно. Вроде бы Петрику мы ракету сделали, он улетел. Поэтому, наверное, нам это все не пригодится. Так, дощечка. Давай здесь тебя оставим. И канистру одну. Так, проволочку тоже выложим, потому что их нужно две, чтобы сделать отмычку. А одна нам только будет мешаться. Так, давайте посмотрим, что это за велосипедный звонок. Что-то произошло. Вы слышали? Где-то кто-то сигналит. Но я почему-то не вижу. Так, в тракторе ничего нету. Погоди-ка. Опа-на. Велосипедист. Ваше здоровье, уважаемый. Большая просьба. У меня так пересохло в горле. Если бы вы, уважаемый, помогли натруженному путнику поправить здоровье каким-нибудь прохладительным напитком, то я бы был по гроб вам благодарен. Человек не кактус, пить должен. Фотография дороги. Прекрасная дорога, шеф, длинная и прямая, а здесь одни извилистые тропинки. Мужчина с неодобрительным выражением лица машет рукой так, что почти теряет равновесие. Я вам кое-что поведаю, уважаемый. Хорошее пойло выпрямит все дороги. Все при все. Хорошее пойло — это ты на что намекаешь, браток? Хорошее пойло.
Ему что, самогон нужен, что ли, а? Но у меня, по-моему, самогона-то и нету. Как говорится, сухо все. Ладно, я надеюсь, этот мужичок там дождется меня. Ну, а мы с вами идем дальше искать бабулю. Но, по правде говоря, я не знаю, где она будет находиться, потому что все вроде бы как у меня здесь на этой карте излазено. Так, что у нас тут? Дровишки. Ага, были когда-то. Это у нас... Тихо, 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 тихо. О, щет. Ну, урод мелкий, а. Отдохни маленько. Вот две тряпочки, это хорошо. Это очень хорошо. На бинты, как говорится, сгодится. Замечательно. Ну что же, это у нас дом Петрика, насколько я помню. А также Петрика нет дома. Он уже все, улетел на своей ракете и покинул это место. Так что здесь, грубо говоря, делать-то нам нечего. Можно, конечно, проверить все. Вдруг тут что-нибудь мы не добрали. Ах ты, елки-палки, плесень. Туда мы не пойдем. А это уже непосредственно его дом. И, как мы видим, нету Петрика. Черт подери. А с ним можно было бы хорошо, конечно, поторговаться. Может быть, не надо было сразу-то его отправлять. О, еще две тряпки. Это просто замечательно. Значит, мы еще сделаем бинты. Отхил нам нужен практически всегда, так как мы ватные здесь. И бомбят нас здесь по-черному. Мне вот одно интересно, блин. Столбец жизни и выносливости у нас вообще когда-нибудь будет расти? Или он так и останется на всю игру? Если так останется, то плохо. Слишком мало. Что мы здесь проходим через лес? Так. Лось. Оу, тихо. Не буянь, перепрыгиваем. Да чтоб тебя. Как бы мне его накрыть-то, а? Так, ну через забор это бесполезно, стрелять по нему. Надо как-то его выманивать. Ну и если честно сказать, я не уверен, что я его из пистолета прям так и забомблю. Давайте-ка маленько перевяжемся. Сколько у нас в пистолете патронов? Сколько мы можем сделать выстрел? Черт, давайте-ка попробуем. Раз. Два. Три. Четыре, блин. Ё-моё. Давай. Да какого ты хрена делаешь, а? Все, закончились патрончики, к сожалению. А как же мне его перезарядить-то? Так, у меня есть патроны к нему? Патроны есть. Магазин. А вот как мне перезарядиться? Очень интересно. Да. А если мы вот так попробуем сделать? И объединить как-нибудь. Хрен, ничего не выходит, ребята. Блин. Как быть? Ходить с этим стволом, который не работает? Да. Но хорошо, что у нас есть хотя бы вилла. Будем с виллами бегать, а почему бы и нет? Раз у нас не получается перезарядить этот пистолет. Да, ну неохота мне, конечно, с лосем-то драться на вилах. Это самоубийство. Был бы у меня капканчик, я бы его поймал и заколол бы. Ну, а так, без вариантов.
Ё-моё, еще один. Или это тот же? Давай, 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 родной. По-моему, отстал. Псы где-то ноют, воют. Вот так денек у нас, да, не задался. Блин, время всего 1:30. Темень несусветная. Как будто я ночью бегаю. Ну что, вроде бы пока все тихо, никого здесь нет. Это нам только на руку. Только лишь ядовитые грибы валяются на земле. Где-то в этой местности мы сейчас с вами находимся. Ё-моё, темнотище. Блин, а я с собой фонарик-то хоть взял? По-моему, нет. Да и, по-моему, здесь делать нечего. Тупик. Ладно, будем, короче, держаться вот этой крайней стенки. И, возможно, она... Так, что такое? Дорога в деревню. Открыта новая локация. А где? Где у нас тут дорога-то? Ага, вот здесь. Так, ребята, вот она дорога. И куда она ведет? Черт, это что такое там? Кто? Выпотрошенная свинья? Фига она там на дереве висит. Да, мерзкая картинка. Это типа предупреждение, да? Ладно, давайте, ребят, заходить и смотреть, что здесь будет. Я, честно говоря, не думал, что здесь будет еще какая-то локация, помимо тех, что у нас с вами есть. Я не могу сейчас этого сделать. Жертвенник. В облепленной тиной голове сверкает камень. Достать и уйти. Я думаю, достанем с вами. Хотя, может быть, это дурная идея. Я осторожно достаю камень. Получен предмет камень. Блестящий. Ну-ка, вроде бы тихо. Никто, ничего. О, ребята, здесь, кстати, у нас время-то тоже останавливается. Древесина. Так, гвозди и бревно. Хорошо, пригодится. Так, здесь у нас какое-то поле. Куда оно нас заведет, если мы здесь пройдем? Так, погоди-ка, кто-то тут у нас стоит. Что он там делает? Ты кто? Прочь. Абсолютно ничего не делает. Просто сидит и копает кукурузу. Или картошку. Хрен его знает, что он там делает. Окучивает грядки, одним словом. Что ж, пускай сидит, а мы с вами продолжаем тут рыскать. Высматривать, что здесь можно найти и чем поживиться. Так, тропиночка идет какая-то. И куда? О, грибы. Грибы — это хорошо. Так, забор. И дом какой-то. Замечательно, это мне нравится уже. Как бы нам попасть в эту хату? Так, я вижу дверь. Видимо, эта дверь чем-то подперта с другой стороны. Черт подери, значит, мы не попадем. Окон здесь нет тоже. Странно. А эта дверь? Здесь нужен ключ. Здесь нужен ключ, да, значит? Короче, ни одна дверь нам не поддается. Ладно, давайте тогда с вами посмотрим, что здесь есть еще. Так, я смотрю, здесь какой-то мостик у нас находится. Это кто такой? А, это просто, я думал, трупец валяется.
А мостик-то у нас полузатопленный. А может быть, рухнувший. Деревья все срублены, одни пеньки. Видимо, деревенщины тут постарались. Ага, гвозди, бревно и камень. О, грибочки. Смотрите-ка, как здесь шикарно растут грибы. Это только плюс. Все, тупик. Ладно. Виллы, конечно, у меня немножко покоцанные, но надеюсь, здесь не будет особых врагов. Пока нам встретился только лишь один крестьянин. О, курочки. Значит, мы в правильном направлении. Это что такое у нас тут? Кто-то сидит, женщина. Женщина смотрит на землю пустым взглядом. Ящик. Маленькая пластиковая кукла. Без глаза. Страшная какая-то. Зачем она, интересно, нам? Убей свинью. Какую, бабуля, убить свинью? Я что-то не понял. Убей свинью. Странная бабка. Ну, свинью, я так понимаю, наверное, свиноматку. Хотя, она же их кормилица. Или вот эту свинью убить? В это время года лес особенно красив. Бабуля какая-то стирает шмотки в грязной речушке. Так, ну, о, еще кто-то тут. Где мое мясо? Ломится она. Мне причитается 2 килограмма в этот месяц. А в этот раз Антек тебе не поможет. Слышишь, давай мне это гребаное мясо. О, веревочка, это хорошо. Черт подери, у меня все забито. Ладно, оставляем так. Бревна нам сейчас не к спеху. Деревянная дверь открываем. И что нас тут встречает? Ящик. Ё-моё, он с паролем. Понятно. Значит, где-то должен быть паролик у нас. И все. Больше тут ничего нет. Тихо. Кровать. Карта. Локация уже открыта. Свинарник. То есть, получается, я опережаю игру, да? Вначале я должен был быть здесь. Потом уже должен найти свинарник. А у меня получилось немножко по-другому. Генераторы тут, смотрю, шпарят. Аж 3 штуки. Ну-ка, давайте-ка сюда зайдем. Что тут? Заперто. Здесь нужен ключ. Пошли вон из моего дома. Так, везде нужны ключи. Значит, тут кто-то сидит в этой комнатушке, раз бабуля ломится. Ну пусть только попробует вернуться. Ты кто? Тоже самый вопрос я тебе задал, браток. Прочь. Чего они все такие агрессивные? Так, ну-ка давайте-ка запрыгнем. Тут, смотрю, бабуля лежит, что-то корчится. Деревья. Деревья красиво шелестят. Шкаф. Оу, таблетки и рекомендации врача. Раствор от кишечных паразитов. Залить орехи керосином, добавить прополиса, дать настояться несколько дней. Каждый день добавлять в чай 1 чайную ложку раствора. Хера он там, блин, рекомендации дал. Керосин пить. Ну, дает. Ну, что у нас тут? Я смотрю только... Ага, даже пусто. И здесь... Оу, а это кто такой? В углу шарахается что-то. Оружейные детали, а вот это уже хорошо. Блин, а вот ложить-то куда это все, а? Что за звуки, а?
Жутковато, конечно, немножко. Так, что такое? А? Термометр. Термометр. И изолента. Жесть, я не знаю, куда это все ложить, а? Черт бы ее побрал. Блин, какой же у меня все-таки маленький инвентарь, ребята, а? Я знаю, что изолента нам может пригодиться в дальнейшем. Но на что ее поменять? На гвозди, может быть. Так, тут у нас тряпки. Отлично. И еще два бинта, как говорится, мы сможем с вами сделать. А здесь выпустят нас? Отлично. Выходим. Слушайте, тут совсем даже неплохо. При виде меня жители отворачиваются. Меня здесь видеть не рады. Вы поняли? Меня здесь не рады видеть. Так, самогончик. Вместо... Я даже не знаю, давайте вместо таблеток. Так, в этой полке, блин, ребят, я не знаю, мне, наверное, придется обратно возвращаться, все это выкладывать и идти сюда, потому что здесь очень много чего лежит, и все это я хочу забрать. О, это что такое? Это что такое там? Блестящий камень еще тут лежит на полу. Вот это уже засада. От чего будем избавляться, даже ума не приложу. Бинты. Эта лампа, в принципе, тоже наладом дышит. Да, хотел сэкономить место, да не вышло. Получилось, наоборот, еще хуже. Добавилась пустая бутылка. Ладно, забираем камень. Он все-таки денег стоит. Тут еще и канистра. Ё-моё, нет, надо сюда возвращаться. Я слышу тебя. Так, еще самогон, бутылочка, а? Кровать. Слушайте, я не могу понять, кто это такой лежит-то там? Так, металлолом и спички. А если я их грохну? Или его? Опа! Труп зараженного, обыскать. Ничего нету. Я надеюсь, я за это не поплачусь. Изолента, блин, все это надо будет забрать потом. Как-то слишком много лута. Ну, слишком мало места у меня в инвентаре. Тихо, тихо, не надо тут скрипеть. Я хотел к ней подойти, но застряла. Здорово, крестьяне. Ты кто? Я просто путник, который заблудился в вашем чертовом лесу. Давайте-ка заберемся сюда теперь. Это, наверное, ихний дом. Раз, две кроватки. Шкаф. Сифон. И батарейка. Ну-ка, что у нас здесь поджидает? Пока вроде бы ничего нету. Печь. Ага, печурка пустая. Ладно. Стол нас не интересует. Так, еще один мужик сидит. Ну, это что такое? Что это? Черт подери. Глубокая яма. Тоннель довольно широк. На земле видны следы пальцев. Видимо, его выкопали вручную. Интересно посмотреть, куда он ведет. Хо-хо. Не понял. Я что, появился возле своего дома? Так и есть, ребята. А вот это очень даже хорошо. Я сейчас просто-напросто все выложу. Давайте съедим вначале грибы. Замечательно. И выложим все на верстак. А у меня место-то есть на верстаке? Хрен там что.
Вот это да. Что будем выкладывать-то? Малокалиберный пистолет? Ага, он не чинится. Ремонту не подлежит. А как же мне тогда его зарядить? А может быть, все-таки эти патроны не для него? Так, веревку да, выложили, блин. Бутылки, бутылки, бутылки. Так. Оружейные детали. Слушайте, давайте вот так сделаем. Камни все равно здесь не нужны, и бревна эти заберем. Выложим лучше нормальные вещи. Канистра. Канистра. Давайте тогда мы сделаем броник, возьмем. И еще один камушек выложим. А у нас... Ага, вот, все нормально. Потом торгашу, естественно, мы это все будем продавать. Магазин малокалиберного оружия. Ну, по идее, у меня пистолет же малокалиберный. И патроны должны быть для него. Фонарик. Тряпки, капкан. Все, очень много барахла. Это все надо куда-то девать. Выбрасывать жалко. Торгаша пока нету, чтобы это можно было бы ему продать. Но фонарик, может быть, сделаем. Отлично. Все, тряпочки кончились. Но два фонаря, это уже хорошо. Так, мы... Нет, не получается. Так, патроны, это все замечательно. Так, будем пробовать тогда. Нифига. Как же мне это сделать-то, а? Хоть заменяйся, толку никакого. Объединить нельзя. А что если так? Ну вот, ребята, наконец-то понял я, как надо делать. Кнопочка R. Перезарядка оружия, оказывается. Забираем тогда обойму. Интересно, это мне опять бежать туда придется? Так, ну-ка. Давайте-ка позвоним. У нас как раз есть самогончик. Где ты, велосипедист? Я же слышу, что где-то звонит. Опять там, что ли, стоит? Ну-ка, точно? Все на одной точке. И... Показать предмет. Самогон. Хорошо пошла. Аж дыхание сперло. Если хотите, я могу перевести сюда ваши вещички из убежища. Кивнуть, покачать головой. Кивнем давайте тогда. И из какого убежища мне перевести вещи? Из сухого луга давай, вези. В процессе, шеф. Вперед, мое любимое слово. Слушайте, это что, получается, что вот этот мужичок на велосипеде будет перетаскивать вещи? А каким макаром? Если мы даже предположим, что он привезет их на верстак, то в любом случае не поместится ничего, так как тут все битком. Но единственный плюс, который я знаю, что в сухом луге у нас на верстаке там пусто, я все забрал, так что переживать нечего. Давайте-ка вот так сделаем. Вот так. Это все равно нам не нужно. Пускай здесь валяется. Ну что же, надо отправляться опять в деревню. Давайте попробуем-ка запрыгнуть в эти ямы, которые у нас тут появились. Ага, вот они. Куда нас отправят? Нет. Что, нельзя? Что? А, во. Можно? Можно, оказывается, через них. Что тебе? Мои ямы. Дай спокойно покопать. Да копай ты, елки-палки, кто тебе мешает-то? Разок воспользовался. Так, ну что же, в принципе, хорошо. У нас с вами инвентарь более-менее пустой.
Давайте все забирать, что мы здесь найдем с вами. Так, запрыгиваем в этот дом. Довольно опрятненький. Или мы здесь были уже? Нет, по-моему, не были. Тряпки, бинты. Все, что нужно. Так, кровать, кровать. Ничего нам не дает. Оу, а ты еще кто? Заперто, можно открыть с помощью отмычки. У меня, ага, отмычечка есть. Есть, давайте-ка откроем. Открыто. Мясорубка. Так, я не понимаю, зачем нам вот эти вот картинки. Металлические трубки. Забираем. И все, и опять инвентарь забит. Жесть какая-то, а. Давайте сделаем бинты. Так, одна ячейка освободилась. И забираем изоленту. Печь обыскать, ничего в ней нету. Так, заперто. Здесь нужен ключ. Да вы задолбали уже тут. Все позапирали, а? Ванна перенести, отпустить. Ну-ка, давайте-ка подвинем. Смотрите-ка, ничего здесь нету. А я думал, может быть, какой-нибудь будет спуск. В подвал, например. Но нет, ничего нету. Так, давайте отсюда тогда выбираться. Ага, дудки, здесь нам не перелезть. С помощью отмычки. Ладно, давайте вскрывать. Что тут такое, не могу понять. Ну-ка, у меня есть фонарик. Давайте-ка его наденем. Как-то так будет спокойней. Но толком-то ничего здесь и нету. Это что у нас такое здесь? Тут пусто. Здесь ничего нету. Что такое печь? Кирпичная печь для выпечки хлеба. Понятно. Значит, хлебушек любит печь. То же самое. Больше, честно говоря, похоже на крематорий какой-то. Везде уголь. Так, ну-ка откроется. Забаррикадировать. Нам это не нужно. Что за тревожная музыка здесь началась? В общем, я так понимаю, здесь ничего нету. Печки, печки. И везде один только уголь. Дверь эта не открывается. Но зато с помощью отмычки. Да, а в принципе, зачем она мне нужна? Если это та же самая дверь, которая была с той стороны. Со стороны дома. Бесполезно ее открывать. Тут мужичок сидит на бревне. Я не могу сейчас этого сделать. Нет, братишка, ты можешь. Ты можешь и будешь делать. Блин, где же бабка-то? Мне нужна здесь бабка с курами. Я слышу вас. Я тебя тоже вижу. Ты кто? Да никто. Мужик в пальто. Так, грибочки. Замечательно. И опять какая-то кровать на полу. Так, подождите, а это у нас шкаф или что такое? Шкаф. Две картошки и крыса. Давайте так сделаем. Ага, может быть, их можно объединить? Ну-ка, давайте. Отлично. Я думал, они по одной, но нет, все хорошо. Куда же нам сбегать? Где мы тут еще не были? Карты здесь нету. Приходится все, как говорится, обсматривать наугад. Ну, давай, ящик, что-нибудь хорошее. Канистра и хлеб. Даже не знаю.
Блин, вместо гвоздей. Ну, а хлеб пускай тогда здесь лежит. Гнида какая-то пробралась в часовню. Камень забрала. Старый сломанный колодец. Если бы я нашел длинную крепкую веревку или цепь, я бы мог спуститься вниз. Так, а цепь. Что-то знакомое. Это что такое? Саквояж. Сгоревший докторский саквояж. Вы поняли намек, что мне нужна цепь или длинная веревка? Тогда я смогу спуститься вниз в колодец. Ну, а там наверняка что-нибудь хорошенькое лежит. По-моему, я уже бегаю по кругу и бабку так и не нашел. Да что ж такое-то? Ага, генератор мешает. Ладно, давайте здесь прыгнем. Какая-то мастерка. Вот, мне кажется, она должна быть там, где куры. Что это за звуки такие? Фига. Это что такое? Нафиг. Сматываемся. Так, свиньи, куры гуляют. Давайте-ка посмотрим, что у нас тут. А, ну это у нас начало получается, да? Где мы с вами появились. Тогда надо возвращаться обратно. Мы, значит, где-то с вами упустили момент. Самый большой плюс этой деревни то, что здесь останавливается время. Если бы оно шло, я думаю, что мне пришлось бы уже несколько раз возвращаться домой. Как говорится, переночевывать и двигаться далее. Блин, бабка, куда ты там ломишься-то, а? Кто тебе тут нужен? Главное, двери закрыты там. Плюс такой ужасный, как вам сказать, голос, хрип. По-моему, нам сюда придется еще не один раз возвращаться по каким-либо заданиям. Так, у нас, значит, здесь колодец под вопросом. Бабка с курами, у которой нужно будет забрать ключ для оборотня. Черт, я заблудился. Куда тут идти-то, а? Бабка, ты где? В этот дом мы вроде бы залазили. Да, были здесь. Это тут стоит, сидит, курит бамбук. Ну, давайте сбегаем опять к себе домой. Наверное, немножко выложим что-нибудь. Хотя время уже, как говорится, пора ночевать. Ну, будем, наверное, потихоньку подготавливаться. И я думаю, на всякий случай надо поставить капканчик. Как раз где-то вот здесь вот сбоку мы его влепим. Вдруг, если что, кто-то побежит на меня. Попался именно туда. Ну, а мы уже добьем. Так будет отлично. Самое то. Время 8 часов. Сейчас уже будет начинаться веселье. Блин, надо было гриб-то сожрать. Ладно, фиг с ним. Думаю, не испортится за одну ночь-то. Тихо. Кто-то ломится, по-моему, да? Точно, кто-то ломится, ребят. Ну что, ствол у меня есть. Так, погодите. Пускай только сунется, а, гад. Сразу башню отстрелю. Ну что такое? Что за темень? Давай, фонари. Черт, кто-то идет. Но, по крайней мере, меня за этой дверью никто не видит. Самый опасный враг в таких вот моментах – это полтергейст. Знаете почему? Потому что я должен всегда стоять возле фонаря. Даже не имеет значения, что у меня с собой там факел или лампа. Я именно возле фонаря должен стоять. Причем любой из этих фонарей может вырубиться. Настанет полная тьма, и тогда все. Финита ля комедия, как говорится.
Ну что же, все, самое веселье началось. Но началось, козлы эти идут, а? Аборигины хреновы. Так, что это такое? Тараканы начали ползти. Ё-моё. Что тут происходит? Бежит, бежит кто-то. Фига там звуки. Так, ну что, 2 часа уже ночи. Тихо, тихо, не надо ничего тут делать. Нет, 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 только не вот это вот. Все, ребят, приходится мне выходить отсюда. Вот об этом я вам и говорил. Не имеет значения, что у меня фонарь, я должен стоять рядом со светом. Не понял. Ах ты чмо, блин. Готов огурец. Вы видели, как из-под тишка, блин? Ну-ка, давайте глянем, что у него есть. Так, самогон нам пригодится. Так, посох. Куда его только ложить, блин, ума не приложу. И бутылка. О, еще один. Ё-моё. Где он, тварь? Слушайте, довольно неплохо строчим, но... Так, еще один посох и самогон. Но быстро довольно кончаются патроны. Сколько у нас? На 2 выстрела еще где-то. Шестой час. Осталось немножко подождать. Так, вот, перезарядились. Посох, посох, куда бы тебя взять-то, а? Пускай валяется. Бутылка тоже валяется, пускай. Ну вот, это уже другой разговор. Так, 7 часов почти. Скоро рассвет. Ё-моё, сколько плесени здесь наплодили мне. Целую комнату, считай. Да, комнату и коридор просто загадили. Кто вот это делает, а? Какой монстр? Ну, он за это ответит рано или поздно. Ну, давай, рассвет, начинай уже. Да пойдем к торгашу продавать камни. И, наверное, что-то покупать. Итак, ребята, у нас 23-й день начался. Репутация увеличилась на 150 очков. Ну, показывай, что у тебя там есть, Охламон. Торговать. Так, давайте ему, наверное. А что тебе продать-то? Пока у меня здесь ничего нету. Все лежит на верстаке. Так, надо сожрать нам гриб. Все замечательно. Ну что же, где наши камни? Один и еще должен быть один. Так. Обойма и обойма. Перебор с изолентой. Картофель мы продадим сейчас, я думаю. Руль ничего не стоит. О, еще камень. 3 камня. Слушайте, это довольно хороший куш. Дохлая крыса. Я не знаю, нужна она куда-нибудь. Может, для какого-нибудь варева. Поэтому пока, наверное, ее оставим. И... Так, починить предмет. Броник мы не можем починить, к сожалению. А зря, зря. Ну что же, на, получай тогда картошку и 3 камня. Слушайте, 420 очей. Итого 612. Давайте, может быть, купим с вами ткань. Надо увеличивать инвентарь. По-любому. Хотя я лопату хотел сделать тоже. Вот незадача. И то охота.
Так, тут у нас что? Ага, посох, бутылка и еще один посох. Туда мне не пройти. Это мне нужен факел, чтобы уничтожить эту плесень. И тряпки. Так, здесь у нас что? Бутылки, доски и камни. А здесь только камни. Но они тоже ничего не стоят, поэтому на них не будем заморачиваться. Давайте продавать. Так, трубки нам пригодятся. Можно, в принципе, было бы так сделать. Фонарик 140. Да он нафиг нам не нужен, по идее, да? Продадим его. И будем брать уже с вами штык-лопату. Хватит нам на тряпку, а? По-моему, не хватает маленько, да? Давайте тогда вот так сделаем. Чисто возьмем ткань и сделаем себе еще одну ячейку в инвентаре. Слушайте, 312 еще осталось у нас очей. А ну-ка, верстак. Улучшить предмет. Да ничего нам, в принципе, улучшать не надо, а вот ячейку мы, пожалуй, сделаем. Только вот какую? Наверное, мы все-таки инвентарь себе увеличим. Хотя для быстрого доступа тоже нужно. Черт подери. Давайте тогда так, инвентарь все-таки сделаем, а потом уже будем для быстрого доступа делать. Да, конечно, жалко продавать, ничего не говорю, но нам все-таки нужно делать лопату. Поэтому, наверное, мы будем брать штык лопаты. Остальное, в принципе, у нас все есть. Надо будет, наверное, еще топорик как-нибудь сделать. Правда, я не знаю, актуально это или нет. Но для начала лопата. Ну что же, все остальное у нас есть. Пойдемте ее сделаем. Эх, лопаточка. Шикарно. А ну-ка, можем ее улучшить? Можем. Тратится меньше. Нет, это не надо. Вот, прочность. Это нужно делать нам в первую очередь. Чтобы не так быстро ломалась она. И что еще нам можно сделать? Легкие материалы. Меньше выносливости будем тратить при ударах. И на этом все. Тут нужен металлолом. Улучшенные материалы. Так, камни, бутылки, сверток. 10 досок. Так, еще доски. Ну что, бродяга, блин, сколько же с тобой можно стоять тут и торговаться, а? Сколько она? 18? Блин. Не стоит он того. Ну-ка, посох 15. Может быть, купить металлолом и проволоку для отмычек? По десятке всего стоит. Замечательно. Так, канистру возьмем. И проволоку. Ну и, пожалуй, все. Ну что же, ребята, наверное, на этой ноте я буду завершать свой выпуск. Всем спасибо за просмотр, мы обязательно увидимся с вами в следующей серии и будем дальше познавать эту замечательную игру. Ну а на этом все, всем пока и до скорых встреч!